Всем привет! Получил сегодня я посылку из Китая очередную. Такая вот посылочка здесь у нас находится. Фитолента. Заказывал я раньше фитоленту для подсветки моих комнатных лимонов, мандаринов, короче, цитрусовых. Заказывал я фитоленту с защитой от влаги. Такая в силиконе была, это заказал обычную ленту без защиты, ну 5 метров длины. Так, оценили китайцы ее в 2 доллара, заплатил я за эту ленту 7 долларов, написано 500 метров, ну здесь 5 метров должно быть. Сейчас посмотрим, замеряем. Предыдущая лента, так, я сделал с ее светильник. Показала неплохие результаты. Лимон, несмотря на сухой воздух в доме, особо не подсох. Даже поросль новую пустил. Также я тот светильник переставлял на подоконник на мелкие цитрусы. Также они пошли за неделю в рост. Ну, я этот светильник, что есть у меня сейчас, переставил обратно на большой лимон, чтобы он не засох. И тем же временем заказал новую ленту, но уже без защиты, она дешевле на 2 доллара. Буду делать с ней сегодня или завтра светильник для растений на подоконнике досвечивать. На подоконнике у меня сейчас находится кумкват, купил я, мандарин, каламандин и апельсин. И 2 лимона, другие сорта для разнообразия. Ну, сейчас приступим к распаковке этой посылки. Посмотрим качество ленты. Также подключим ее на работоспособность, проверим. На таком вот покажу быстренько трансформаторы. Это трансформатор с шумоподавлением, с радиостанцией. Лен Берзен станции такие раньше были. Вот этот трансформатор я подключу к ленте. Проверим ленту. Производим распаковочку сейчас. Так, разрезал. Вот наша лента. Когда была с защитой, ее намного больше было. Вот уже почти оторвался светодиод один с краю. Посмотрим, может, не переломалось ничего там. Вроде дорожка целая. Ну, глянем сейчас. Так. Вот я подключаю. Вот наша сама лента. Подключаем. Плюс. Это у нас центр. Вот, подключила это. Минус. Оп. Лента светится. Так. 3 красных, 1 синий. 3 красных, 1 синий. Я так и заказывал. 3 красных, 1 синий. Сейчас замеряем. Замеряем, сколько здесь метров. Вот я выставил. Выставил я вот метр. Сейчас замеряем, сколько здесь ленты у нас. Вот. 1 метр, вот, 2 метр, 3 метр, 4 метр, 5 метр. Все у нас правильно. Пришло 5 метров ровно. Что даже вот не раскрутил немного.
Ну, а там не до конца доводил здесь, по сантиметра 34. Ну, как раз получается у нас ленты 5 метров, как я и заказывал. Лента рабочая, вот подключены 100 раз, сейчас и в развернутом виде. Плюс, включаем и минус. Так, провод не сконтачу. Сейчас вот контакт есть. О! Вот так светится эта лента наша. Такие яркие. То, что я раньше заказывал, делала, подключила от зарядки автомобильной. Там можно регулировать поток света сильнее, слабее. Также и эту к нему подключу, так как мне лимон основной материнский и другие цитрусовые стоят рядом. Так от одной зарядки я подключу эту лампу, что буду делать, и ту самую, что есть уже. На этом будем мы заканчивать. Уже будет следующее видео по тому, как я уже делать буду эту лампу. Предыдущую я не снимал, так как спешил. То, что лимон уже подсыхать начинал без света. Ну, а я думаю, все-таки ролик сниму. Вечерком сяду, сделаю. Ну, всем спасибо за просмотр. Кому было полезное видео по этой ленте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До свидания.